Владельцам машин начали отказывать в продаже полисов обязательного автогражданского страхования. Коснулось это отдельных категорий автомобилистов, а именно тех, у кого срок действия талона техосмотра заканчивается меньше, чем через полгода. Техосмотр привязали к ОСАГО. Теперь без него нельзя купить полис автогражданской ответственности. Большинство страховщиков в конце прошлого года предупредили своих клиентов о возможном коллапсе и предложили тем, у кого действие полиса заканчивается в первом полугодии 2012 года, перезаключить договор ОСАГО заранее. Но такой возможностью воспользовались лишь около 30% клиентов. Основные изменения коснулись закона об ОСАГО и закона о прохождении техосмотра. Так, статья 15 закона об ОСАГО дополнена пунктом 6.1, в котором сказано, что при заключении договора обязательного страхования страхователь обязан предъявить талон техосмотра, срок действия которого истекает не менее чем за 6 месяцев. Нельзя, это законодательный акт, мы против которого не имеем права пойти. Сегодня за полисом ОСАГО в страховые компании обратились сотни человек. Их отправляют за новым талоном. Но в большинстве пунктов техосмотра новые талоны еще не получили. Там могут выдать лишь так называемые карточки о состоянии автомобиля. Официальной силы они не имеют, а это значит, что автовладельцы вынуждены ждать, когда же появятся нормальные бланки. То мы тоже законом поставлены в такие жесткие рамки. То есть либо нарушать закон вынуждены, либо отправлять человека на техосмотр. Ну, вот мы пока только ограничиться тем, что отправляем людей на техосмотр. Остатки бланков, которые с прошлого года в МВД остались, все-таки должны передаться операторам техосмотра. И, по крайней мере, первое время, пока не будет новых бланков, операторы техосмотра будут выводить старые бланки. Вот так выглядит пресловутый новый талон техосмотра. Как нас уверили в одной из страховых компаний, сейчас его можно приобрести только у них. Они вовремя получили аккредитацию, обучили сотрудников, и теперь страховщик сразу может осмотреть автомобиль, выдать и новый талон, и полис ОСАГО. Агент, либо менеджер офисных продаж проведет первичный технический осмотр вашего транспортного средства. Затем вы получаете купон на прохождение технического диагностирования. Где эксперт на оборудовании досконально проверит ваш автомобиль. Остальным, по всей видимости, придется ждать, пока талоны массово начнут приходить в наш город. Кроме того, страховщики уверены, что при пунктах техосмотра будут работать и страховые брокеры, которые сразу предложат весь пакет услуг, а значит, конкуренция на рынке в ближайшее время только обострится. Ну, а если же у вас есть свои новости, звоните лично мне, мой номер телефона 292-91-14. Оставляйте свои комментарии на сайте afontova.ru. Елена Максимова, Андрей Егоров, Афонтова. Новости.